По данным Росстата, потребительские цены в России увеличились на 11,9% в декабре 2022 года. Информация в глобальной сети размещена с оговоркой. Цифры меньше, чем ожидало правительство. В регионе инфляция составила 13,5%. Это данные на конец минувшего года. По информации областного Минсельхоза, цены начали падать ближе к лету. Этому поспособствовали действующие меры социальной поддержки. И мы даже вот видели такие ранее никогда не виданные тенденции, что мы 4 месяца подряд с июня по сентябрь у нас отмечалась продовольственная дефляция. То есть индекс цен совокупный по продуктам был меньше 100%. По мясу свиней мы видим, по курам, по яйцу очень серьезное снижение цен идет, по овощам, то есть там по картошке, там и по картофелю, и по капусте там практически в 2 раза снижение цен. У экономистов оптимизма меньше. По их мнению, Ульяновская область 2-й год подряд бьет рекорды по росту цен среди регионов ПФО и больше, чем в среднем по стране, имеет уровень инфляции. При этом, как отмечают специалисты, реальные доходы населения примерно в 2 раза ниже средних показателей по России, если в цифрах это 7% против 3,5%. Поэтому мы беднеем достаточно активно. Большей части населения, у которого доходы, или не так правильно скажем, темп роста доходов не успевает за темпом роста инфляции, это означает, что они становятся беднее, то есть на свои доходы они могут купить меньше различных товаров, так сказать, работы, услуг. Так или иначе, цены на продукты стараются удерживать. Большая часть из них представлена под знаком «Сделано в Ульяновской области». Есть и те статьи расходов, которые сократить региональная власть не в силах. За минувший год тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 11,5%. Моющие и чистящие средства на 29,8%. Электроника на 15,3%. Их подорожание связано с введением западных санкций. Сейчас идет активный процесс импортозамещения. В регионах, в том числе в Ульяновской области, появляются достойные альтернативы по более низкой цене. В этом году работу продолжат. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.